Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения к санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажешь? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идея получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей! Ура, товарищи! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз! Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход! Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья! Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды! Ну, выпьем? Выпьем, брат. Что? Единогласно! Генеральный секретарь ЦК КПСС Максим Петрович! Молчишь.
Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. А ты все равно. Прости. Что это? Что было? Я вслух? Так значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас... Д-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель. Подонки! Прикажите? Проклятые! Отзовите войска. Или хотя бы задержите. Выиграйте время. Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Д-6 мы не отдадим. За мной! Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Ну что? Я надеюсь, он сумел простить нас. Нет. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Ну что ж, началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Проверить снаряжение! Приготовиться!
Артём, живой? Контузило! Вынесите его отсюда! Я прикрою! Сержант, доложите обстановку. Комбат, мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Есть!
кажется, справились. Молодцы! Комплекс заминирован. Приказ я отдал еще в полисе. Т-6 нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что? Черт! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо ксерксом себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артем, время пришло. А тут кто у нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Артём, уже не нужно. Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла каталки. А Хан просто исчез. Как-то он сказал мне: «А что, если этот маленький черный — последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти?» То, что черный вернулся и привел с собой своих, может, это и есть помилование? Мне, ордену и всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Черные ушли, но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение.